В этом скромном доме в поселке Ильском живет настоящий герой Великой Отечественной войны. Самый старший ветеран Северского района – Михаил Трофимович Некрыш. Сегодня он отмечает внушительную дату – столетний юбилей. Поздравить фронтовика приехали заместитель главы района Светлана Зубко, председатели районного и местного совета ветеранов. Михаилу Трофимовичу вручили приветственный адрес, цветы и подарки. Огромное спасибо за победу. Живите, пожалуйста, еще. Вы у нас вот такой заслуженный, вот такой долгожитель в районе из ветеранов, остались один. Так что мы вас любим и очень сильно желаем вам здоровья. Память ваша останется навечно у нас у всех. Спасибо вам за все. И самое главное, пожелаю вам здоровья, здоровья, здоровья. Во время Великой Отечественной войны Михаил Некрыш служил разведчиком. Прошел всю Польшу, участвовал во взятии Варшавы и Берлина. Михаил Трофимович награжден орденом Отечественной войны 2 степени, орденом Славы 3 степени, медалями за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией и многими другими. После войны ветеран трудился в нефтяной промышленности. Михаил Трофимович занесен в Ильскую книгу почета.